Масленица является самым древним славянским праздником, который пришел к нам из язычества и сохранился вплоть до настоящего времени, даже после принятия христианства. Надо сказать, что церковь включила Масленицу в число своих праздников, дав ему название «сырной», то есть «мясопустной недели», поскольку Масленица все время выпадает на неделю, которая предшествует Великому посту. Как проходили масленичные гуляния в поселке Березово, расскажет Юлия Астахова. Масленичные гуляния, наряду с приготовлением и поеданием блинов в неограниченном количестве, являются неотъемлемым событием праздника. В такие гуляния входили различные развлечения – катание на лошадях и ледяных горках, проведение развеселых игр и многое другое. Самая лучшая ледяная горка, как известно в Березово, находится в этнографическом комплексе Сорнисей, где и прошли масленичные гуляния для детей 2 А-класса. Где как ни на природе, на берегу реки Северная Сосьва, проводить подобные мероприятия для детей и их родителей, вспоминая старинные игры и обычаи. Сегодняшний праздник – Масленица. В народе гуляли Масленицу 7 дней, и сегодня мы решили пригласить в Сорнисей 2 класс. Благодаря родительскому комитету, который вышел на нашу детскую библиотеку, мы сегодня замечательно провели наше мероприятие с приходом Масленицы, с приходом весны. Все было замечательно, а самое главное, что мы на свежем воздухе, что дети общаются с родителями. Это самое важное сейчас в нашей жизни. Поэтому хочется сказать родителям большое спасибо, что они организовались так здорово, выехали, и из этого получилось, мне кажется, замечательное мероприятие. Все было здорово. Как и много лет назад, сегодня масленичными гуляниями прогоняют холодную зиму с ее бесконечными морозами и снегами и разбудить, наконец-то, долгожданную весну. Так, в знак благодарности, в гости к детям пришла весна красна. Смучись новый день, здоровье, благополучие, мир каждому дому, счастье каждому человеку. Самым веселым и задорным моментом праздника были веселые игры. Перетягивание каната, скачки на конях и петушиный бой, который, пожалуй, больше всего раззадорил ребят. Мы приехали сюда всем классом, чтобы провести Масленицу. Мы провожали зиму и встречали весну. Мы проводили разные конкурсы. Мне еще понравилось, как мы, игра петушиные бои. Как и положено, в последний день гуляний сожгли символ Масленицы – чучело из соломы, разодетое в женский наряд. А после этого ребятишки с удовольствием принялись уплетать за обе щеки блины. И, судя по счастливым лицам детей и родителей, праздник удался. Сегодня прошло мероприятие «Масленица», организатором которой провела это замечательное мероприятие Центральная детская библиотека. Вот. Впечатления, конечно, очень позитивные. Был заряд энергии. Мы провели несколько было мероприятий, конкурсов, также катались на горке, так что дети очень довольны. Я считаю, очень такое позитивное, хорошее мероприятие. Также были отнесены, как бы сказать, посвящение русской народной традиции. Сожгли мы чучело. Вот, так что дети очень довольны. Спасибо организаторам. Продолжение масленичных гуляний прошло на площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы, где собрались все желающие принять участие в этом веселом празднике встречи весны. Уже не в первый год народные гуляния проходят именно здесь. Достаточно распространено мнение, что Масленица – это праздник скорее языческий, а не православный. И это не совсем так. В простонародье Масленица или Прощенное Воскресенье, в этот день православные христиане подготавливают себя в течение всей даже недели, она так и называется, масленичная неделя. То есть от того, что православные христиане уже не вкушают в эту неделю мясной пищи, а именно вот блины пекут, да, то есть масло, и отсюда уже и название само Масленица, или еще иначе в простонародье также Прощенное Воскресенье, последнее воскресенье перед Великим Постом. Когда православные христиане приходят в храм, примирившись друг с другом, входят уже, вот, можно сказать, в такое поприще Великого Поста. Ну и вот в традиции уже православного народа сам вот этот день, как бы называется он Масленицей. И это, конечно, далеко от того, что раньше на языческой Руси там, может быть, провожали зиму там, потому что не было, конечно, христианства. Там жгли эту чучело этой Масленицы, как бы, как они говорили. Но все-таки вот православие, оно культивирует народ и приобщает его больше к своим
традициям-то духовным, чем, может быть, каким-то внешним, да? Но сам, по сути, праздник веселый и радостный. Это действительно народный, веселый и радостный праздник встречи весны. Согласно традиции, перед долгим Великим постом всю неделю люди прощаются с холодной зимой и зовут теплое весеннее солнышко, выпекая традиционные блины, устраивая народные гуляния, приглашая друг друга в гости. Сегодня было гулянье очень замечательное, взятие крепости. Детки и взрослые вот, участвовали в проводах зимы, в гуляниях. Вот встречали весну. Сегодня последний день перед началом Великого поста. Для православных самый главный праздник – это воскресение Христово, Пасха. И предшествует Пасхе как раз 40 дней поста, который называется Великий. И человек, каждый православный, готовится не только не вкушая мясного, молочного, но и готовит свою душу как раз к встрече вот этого великого праздника. Судя по переполненной площади у храма, поддерживают традиции многие жители и гости поселка. Здесь были и песнопения, и горячий чай, блины, молодецкие игры. Символическое взятие снежного городка как противостояние зимы и весны, где в результате побеждает более теплое время года. Мне понравилось с медведем бороться, взятие крепости. Игры веселые были, там конкурс, пели красиво. Ну, весь концерт понравился. Масленица – это 7 дней радости и изобилия. Поэтому и любят этот праздник в народе, называя ласково. Сахарные уста, целовальница, веселая и так далее. И нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. Ведь потом долгих 7 недель до самой Пасхи нельзя будет веселиться, плясать и смеяться, очищаясь от грехов мирских. Юлия Астахова, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово».